Сапофники. Когда вы делаете свои треки, вы наверняка вкладываете много сил и времени в это. Если вы все еще не знаете, как лицензировать свое творчество, то этот ролик для вас. Итак, чтобы лицензировать свои треки и загрузить их на цифровые площадки, вам потребуется воспользоваться услугами агрегатора. А вы что думали? Можно напрямую зарегистрироваться на площадке и выложить трек. Все не так просто. Существует очень много агрегаторов, которые с радостью, или не очень, но могут выложить ваш трек на площадке. Представляю вам свой собственный топ агрегаторов в 2020 году. А перед тем, как вы узреете этот топ, прошу поставить лайк и подписаться на пожилой канал в натуре. Пятое место занимает FreshTunes. Раньше я всегда все свои треки грузил через него, и был доволен. Чтобы грузить свои треки ВКонтакте и Бум, то вам потребуется получить доверенного партнера. А чтобы его получить, вам надо дать им скан документов, скрины проектов, битов и так далее. Но мы пожелаем школота. Можете, конечно, загрузить туда паспорт батя, но это для рисковых. Четвертое место занимает One RPM. Раньше Мадера CE могла длиться день-два, но после того, как его начали активно пиарить ютуберы, он сломался и стал модерировать треки по месяцу, а то и больше. Они грузят ВКонтакте и Бум, им не нужны данные документов, но они пристанут ко всему, чему можно, к обложке, к имени исполнителя, так что рекомендую, но не всем. Третье место отдаю Мультизе Чистый С, за того, что грузит в Одноклассники. Если серьезно, то неплохие ребята, можно создать свой лейбл на них, но на первом месте есть кое-кто покруче. Мультизе тоже нужны ваши документы, чтобы удостоверить личность, так что не вариант. Второе место отдаю Belief Music. Их плюс в том, что они грузят треки быстро, 4 дня максимум. Но я так и не понял, как получить там аккаунт, так что хз. Видел в ВК, некоторые продают там маки, но я что-то не понимаю все равно, в чем прикол. И наконец, первое место я отдаю NoFCore. Наверняка сейчас многие думают, это что это, кто я таких не знаю. Я лично юзаю NoFCore, потому что у них быстрая модера CE, меньше одного дня, быстро грузят треки на площадке, включая ВКонтакте и Бум, за неделю, нет почти требований к обложкам, главное, чтоб ноготы и логотипов не было, а так им пофиг. Вот мои треки, загруженные через них. Ребята очень крутые, всем их советую. Это конец топа. Всем спасибо, что послушали, надеюсь, теперь вы знаете лучших агрегаторов, и, конечно, Макух Чувапчич.